Всем привет, это Артём, канал Dubstales. Комикс «В нежных лапках кота», часть третья. Поехали. Моя леди, я люблю тебя. Прости, мне давно стоило сказать, что я люблю другого, но ты самый лучший напарник. Я в каком-то смысле люблю тебя, но не так. Мне очень жаль. Я думаю, что это никак не повлияет на нашу работу вместе, да? Еще раз, прости. Тики, давай. Я никому не нужен. Меня никто не любит. Она ушла. Это, кажется, уронила Леди Баг. Мое сердце сжимает ревность. Жаль, что придется использовать тебя, дорогой Адриан. Но твое разбитое сердце – отличный приют для моего Акумы. Я наделю тебя силой разрушения и ненависти. Лети, мой Акума, пробудись, игрушка. Да будь мне талисман, Леди Баг, и после твоя боль утихнет. Я уничтожу тебя, Леди Баг. Ребята, давайте покажите, как сильно вы хотите продолжение этого комикса. Наберите 1000 лайков как можно быстрее. Если это будет действительно быстро, то я обязательно выпущу продолжение завтра. Прочитать его можно уже сейчас на Лезиблоге, ссылка в описании. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал и до встречи.